Карагандинской области найдены бивни взрослого мамонта. Находка обнаружена на глубине 6 метров при добыче марганца в Жанаркинском районе. Длина бивней более 2 метров, диаметр 50 сантиметров. Теперь в этом месте ученые планируют провести тщательные раскопки. Тогда станет ясно, был ли мамонт убит во время охоты. Если так, археологи надеются обнаружить стоянку с остатками жизнедеятельности древних людей. Поскольку обычно охотники приносили бивни к своему жилищу. Таких стоянок на территории Казахстана выявлено очень мало, а костных останков человека эпохи палеолита и вовсе пока не обнаружено. Этой находки может быть от 3 миллионов до 15-20 тысяч лет. Последние мамонты на наших территориях вымерли примерно 12-15 тысяч лет тому назад. Если действительно там будет найдена стоянка палеолитического человека, это будет открытие мирового значения.